По статистике, менее 1,5% россиян не могут иметь детей из-за генетических отклонений. Во всех остальных случаях причиной бесплодия является неправильный образ жизни будущих родителей. Решить эту проблему призвана образцовая губернаторская программа «Сила Магадана», которая направлена на решение проблем мужского здоровья и увеличение социального долголетия. Она разработана главным урологом страны Олегом Аполихиным, который посетил колымскую столицу с рабочим визитом. Целый набор мероприятий, но главное из них, если так можно выразиться, сутевые моменты стоят в том, чтобы люди оставались максимально здоровыми. То есть не в том, чтобы лучше лечить, хотя это тоже здесь есть, как лучше лечить, какие технологии нужны, какое оборудование, какие диагностические алгоритмы. Но новацией вот в этом проекте является то, чтобы не дать заболеть. Реализация мероприятий проекта запланирована в два уровня. На федеральном будет внедрен паспорт мужского здоровья, который содержит гендерные программы первичной профилактики факторов риска болезни у мужчин. Создан репродуктивный реестр населения. На региональном уровне планируется создать комплексную систему информирования жителей Магаданской области, входящих в группу риска, по вопросам мужского и репродуктивного здоровья, ранней профилактики специфических заболеваний, укрепления семьи и ответственного отцовства. Программа очень интересная, поскольку аналогичных комплексных программ ни в Магадане, ни в каком-либо ином субъекте федерации полноценно организовано не было. Поэтому ее внедрение, я считаю, принесет очень важный социально значимый эффект. Содействие в реализации мероприятий проекта окажет и одна из крупнейших российских страховых медицинских компаний России. По словам директора магаданского филиала, к основным задачам компании «Сагаз» относятся защита прав застрахованных, сопровождение их на всех этапах медицинской помощи и информирование о профилактических мероприятиях. Концепция проекта «Мужское здоровье. Сила Магадана» полностью совпадает с нашими задачами как раз по защите прав застрахованных. Раннее выявление заболеваний, группы риска, то есть как раз регуляция рисков. Все это является и нашей задачей в том числе. Поэтому мы готовы активно в этом участвовать. Программа «Сила Магадана» рассчитана на несколько лет. На окончательную подготовку специалистам требуется около полугода. Приступить к внедрению планируется в 2022 году.